Бисмилляхи рахмани рахим, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сегодня исторический день. Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерии оккупированной территорией, оккупированной Россией. Также она признала геноцид чеченского народа и осудила его. Геноцид, который устроила Российская империя на протяжении веков. Мы, в первую очередь, благодарим весь украинский народ, всех тех, кто поддерживал данную инициативу, всех тех, кто ранее выступал с подобной инициативой, даже если это не возымело успеха. Так или иначе, справедливость восторжествовала. Благодарим от лица, я уверен, что в данный момент мне это можно от лица всего чеченского народа. Также благодарим от лица батальона имени шейха Мансура, пресс-секретарем которого я являюсь. Данное признание пойдет на благо не только чеченцам, либо даже украинцам. Это пойдет на благо всем оккупированным народам Северного Кавказа. Все они увидят, что если ты борешься за независимость, то ты можешь получить данный успех. То ты можешь достигнуть желаемого, если будешь долго и планомерно работать. Да, не без потерь. Да, не без трудностей. Да, не без жертв, к сожалению. Но так или иначе, успех рано или поздно придет. И мы, я думаю, в скором будущем будем стремиться к тому, чтобы остальные государства также нас признали. И не только признали, но и выстроили с нами дипломатические отношения. Огромная благодарность всем украинцам. Поздравляю также всех граждан Чеченской Республики Ичкерии с данным знаменательным событием. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.